Насчет вот этого я, так сказать, доволен. То, что было, то, что стало. И я думаю, что это дальше. Во всяком случае, разницу я чувствую. Угу. Значит, я его еще разок подшаманил. Да, видишь, тут укрепил. Та-т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 а. Ну, принимаем участие. Воспроизвести. Ну так, все стоит, да? Да. Ну, потихонечку начинаем. И что мы будем делать? Я думаю, туда дальше. Сейчас есть. Вот это вот. Сильно не надо там. Если она прет. Ну, а если... Тут. А если сам, то и сам. Ну да, а если уж это... Тренажер сработал, да? Да, все правильно. Вот это, возможно, она там и притирает. Но нет, то, сейчас там все мягко было. То, что надо, здесь я вот по одному шарику вставил, здесь по три стоят. И так она все отодвинулась. Прям совсем и мягко. Вот это я еще прикрепил, чтобы она так не стягивалась. Помех тренажера я сейчас не почувствовал. Ну, ты как-то становишься на это место, уже сразу по-другому начинаешь чувствовать себя. Ну да. Гриф. Прогибается, да? Да, уже чувствуется, что вес есть. Железяка. Да. Так, попробуем его добавлять. Я как-то заметил, по 40 нормально, по 50 что-то это. Что-то... Что-то не похоже. Что-то как-то... Как-то организм не это... Не подсекается на эту работу. Ножом меньше раскачивается. Да, прям хорошо. Мягко так идет.
Ну, после прошлого веса ноги взмокли. Значит, уже пробой пошел. Попасть в это, как вот меня пробирает всего. Если я попадаю, мне все равно потянул или не потянул, я в него вхожу, да, в это состояние. Ну хорошо. Тут ничего такого, говорю, нету. Просто. Ну да. Пошло, нет. Пошло. Ну, хорошо. Моряк не надо подумать. Почему-то больше всего напряглись вот здесь вот эти мышцы, в этих местах. Чего непонятно. Прям аж как каменные стали. Феномен интересный. Угу. Что мы будем дальше? Все? Нет. Сейчас 560. У меня 560 было, за чуть-чуть больше. Чувствую, когда стою, настраиваюсь, как снизу пошло. Как вот чувствую, энергия пошла, я понимаю, что я подниму. И не важно сколько. Угу. Если не пошла, у меня сразу появляются сомнения, я уже боюсь. Вот эти сомнения, все, трындец. Ну понятно. Значит, тут у нас. Ну вот сейчас вот с этими мне чуть-чуть от толщины добавилось через прокладочки. Мне как-то легче. Легче даже, да? Да. Можете что-то еще подложить? Не-не-не, как раз это было нормально. Нормально все, да? Да. Хорошо. Но тоже момент строгивания тяжело, а потом дальше легко выходит. Ну как раз это так. Вот ты вот трогал? Да. То я буквально так и вот, прикоснулся. Прикоснулся, и она пошла. Нормально лежу? Вот тут. Чуть-чуть, кажется, туда, вперед. И ты по самому... Вот так вот, да. В пределе. Ну...
Ну я тоже не сильно, чуть-чуть только. Стронул, дальше пошло. Да, в момент отрыва чуть-чуть я приложился, а потом пошел. Нам нужен отрыв. Да, мы уходим в отрыв. 580, отлично. Ладненько, да? Да. Прям все приносится есть. Сейчас мы с тобой это, ну, в смысле, заключительное сделаем. Ага. 440, да, примерно? Ну давай. Вот все. Очень приятно, когда прибавляется. Прямо аж внутри так. Это расширяешь ты свои границы, то есть ты уже научился больше взаимодействовать с энергетикой. Вот в чем дело. Получается так. И чем больше снизок мне приходит, тем легче мне. Я в одном и том же состоянии последние три попытки сделал по собственным усилиям. Независимо от веса получилось. Да. 400. Интересно, вес меньше, а состояние то же самое. Хорошо, да, без всяких как-то зажимов, да, пью. Да, минуточку так идет. Пошло. Это мы где-то со 170 начнем. Легко сам без моей помощи. Да-да, пока-пока.
сам. Подготовки почувствовал, что пришел. Вообще никаких сомнений, никаких нет. Пошло, пошло. Значит, я прошлого результата достиг. 240. Да. Самое начало, чуть-чуть, да, и все. Настроился, блин. Что-то она вылечила, конечно. Прямо пулей. Ладно, тогда я тоже чуток прибавлю. Так, сколько этот самый? 260, давай. 260, да? Да. 260, это вот так будет. Прям хорошо. Удивительно. Слушай, я так чувствую, так рядом стоишь, что просто вот так раз, поднимаешь и поднимаешь и поднимаешь. Чего не делать? Ну давай, я 220 попробую. 260, как будто крепко. Если бы кто мне вначале сказал, самый первый день я сказал, да ну. Сам так чуть-чуть строгается. Да, не строил. Даже я не строил. Держался. Короче, вот то, что я до этого сделал, то, что это, ну как ты сам знаешь, так, практически взялся, вот так, что-то там это, дальше пошло. Мне кажется, хватит. В принципе, еще можно разгонять, но как-то я что-то боюсь, поскольку сразу прибавляю. Это я сам. Упражнение сегодня пошло. Прям аж даже удивлен. Угу.
давай еще разок. Отлично, все. Она надо два раза как-то продавливать, что-то больше. Кстати, вот сейчас на втором разе я попал в то состояние. Все эти разы я в состояние не попадал. Попал в состояние я на ногах, здорово, и вот только сейчас на этом упражнении. Поэтому это, возможно, что-то даже очень разумно. Не стесняться, садиться ниже, а тут как-то я... Ну да. Думаю, вот так налезет, хрен на это налезет. О, так. О, хорошо. Даже приятно. Подлезли. Так вот. Вот, да. Да, вот бывает, когда что-то там. Это еще чистая победа. То есть тоже вначале стронул, да, и пошло. Ну я только чуть-чуть, одним пальцем. У меня, кстати, на грифе больше одного пальца не поместилось. Есть. Так. 600. Давай. Так, садись.
победа! Я сказал, что сегодня хороший день. Результат! Хорошо! Или 30. Или 30, хорошо. У меня везде по 30 подошло. 30, хорошо, по 30. Вот. Слушай, закусывать она стала меньше. Меньше, меньше, я хочу попробовать. Нет, ты поднял. Поднял, ну. Да. И ты еще хочешь его? Попробую, да. Ты поднял. Второй раз ты это поднял. Значит, листочек взял. Хорошо. Сколько тебе поставить заключительно? Дорогие 9520, давай. Ну, эта прибавка тоже значительная прям. Отлично. По 30 килограмм на каждом упражнении. Можешь раза два сделать подряд. Еще разок. Отлично. Намечаю. Второй раз она просто взлетает. Разминаюсь. Я понимаю. Ну, вот мне как-то под лопатками там эти могут показать. Вот, вот здесь вот как-то она это тогда была. Это, надо размяться. А потом ничего. А, сколько тебе? Столько? Меньше? Ну, пока сколько пусть будет. Ну давай. Стал, намерился, примерился. Да, и пошире ты бери, а то тебе неудобно. Руки. Вот. Ну, это хорошо. Удобнее, да? Да. Ну, это хорошо. Под лопатками она чувствуется, что там это.
вылезает у тебя сама. Это хорошо. Почувствовал, да? Прям хорошо пошло. Ты прям конкретно сразу добавил после 200. Я 370 уже тянул. 370 тянул. Вообще уже. Не, наверное, сегодня хватит. Ну и хватит. Так, не так как бы. Не хватит. Этот вес я сам думаю потянуть. Ну давай. Звякнул вес. Чистая победа. Вот это сегодня день. Манера тоже сегодня прибавил бы. Сегодня день хороший прям. Отлично. Слушай, ну давай все-таки 400 я попробую. А ты так. Ну давай. С этой херней. Ну давай, раз чувствуешь себе силу. Победа! Есть! Взята четвертая сотня! А, слушай, такой отходняк! Пробило! Настрой хороший сейчас, настрой у нас очень хороший. День такой хороший. Очень хороший настрой. Ты можешь разика по два делать. Чтобы вот это вот почувствовать, как она ровненько стоит у тебя. А, отлично. Чистая победа. Встань удобненько. Да, 400 даже тут легче это как-то. Я только пальцем тронул, я не помогал практически. Подзлетели, да? Вот ё-моё. Удивительно, удивительно. Что значит вот это раз? Вот аж настроится. Да, она хорошо меня нашила. Будет.
какой размин будет делать. А веса-то добрые. Угу. Немало. А было сколько максимум у тебя? Ну, 330 я сделал. Ого. Ну, сейчас 320 и хали. Да я это, прислушиваешься же, да, где-то да, в животе, где там еще в пояснице, чтобы, знаешь, это... Ну, взял. И осторожненько так ее, раз. Ну, понятно. Это же хорошо, что она в 6 часов, а то я там наелся, там, то все, живот, понятно, и вот. Переварил эту минуту. Да, все это там. Опа. Вот. У меня сегодня все так стеклось на это. Ага. На пятницу. Я делаю, знаешь, это все-таки не то. Когда крутят, ты уперся. Ну, понятно. Крутят, ой, ё-моё. Вот это пытка, ё-моё. Закончили финиш.